Приветствую всех рыболовов. В данном видеообзоре я бы хотел вам рассказать о колеблющейся блесне от японской компании Field Hunter, которая называется Vasus Shell. Vasus – это серия колеблющихся блесен, которые в основном предназначены для ловли прудовой форели, но также они подойдут и для стрима. Но условия должны быть без какого-то дикого течения, без бурных потоков, для средней струи, но вот в основном у меня она конкретно работает в каких-то более спокойных местах. Есть классическая версия Vasus, это Vasus Shell, то есть она имеет у нас вот такое вот необычное покрытие, которое бликует, переливается в воде. Все это выглядит просто великолепно, очень красиво, ну и конечно же это нравится рыбе. Оснащена у нас приманка одинарным крючком. Мелочь, которую я заметил, это наличие на данной блесне красного заводного кольца. А не знаю, зачем это сделано, может какая-то такая вот миниатюрная фишка или изюминка этой колебалочки. Конечно, зацикливаться на этом не стоит и придавать какого-то значения тоже не стоит, но сам факт не мог не отметить. Блесна у нас имеет на подложке название. И также указан ее вес. Сама колебалочка имеет два изгиба. Это изгиб небольшой хвостовой части и большое углубление в центральной части. За счет этого она играет очень выразительно, очень размашисто и заводится даже на медленной проводке. Я ее применяю для ловли головля на местах, где практически нет течения, для облова каких-то приямков, либо углублений вдоль, там, допустим, нависших деревьев. И головлю очень нравится эта приманка. Раз она заводится очень легко, то ее можно проводить достаточно медленно, что хорошо для ловли какого-то пассивного головля. Быстрянка также на горных кавказских реках на нее неплохо реагирует. Ну и, конечно, форель. Но, опять же, не скажу, что это именно такая стримовая блесна. Хотя вот по Арине она, конечно же, будет работать, потому что все-таки для нее эта блесна и проектировалась. Летит также хорошо. Не рекордный заброс, но в целом неплохой. Приобрести данную приманку можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на нее я обязательно оставлю в описании к данному видео. Также в описании вас будет ждать промокод на скидку в этом интернет-магазине. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.